Всем привет! Ответ на вопрос Владимира. Владимир пишет: «Привет, Анзор, очень нравится твой блог и видео твои. Намного интереснее смотреть, чем смонтированные видео туроператоров. Не знаю, был ли такой вопрос или нет, но хотел спросить, что будет, когда приедешь в солнечную Калифорнию? Путешествие остановится или будет новая мечта? Удачи вам в путешествии, Владимир». Владимир, спасибо за вопрос. И спасибо, что смотришь Анзор ТВ. Что будет, когда приедешь в солнечную Калифорнию? Что будет, сложно сказать, но вообще мечта, конечно, приехать в солнечную Калифорнию, то есть приехать в Голливуд и сняться в кино. Или же сняться в кино, или же снять свой фильм, то есть принципиального такого значения как бы разницы нет, в общем-то, но примерно в этом роде. Вот насчет того, что остановится ли на этом путешествии, и вряд ли она остановится. Вообще это путешествие, это уже не просто путешествие в солнечную Калифорнию, это уже как бы жизнь идет. И все остальные мечты, в принципе, по большому счету, вот сейчас каждый день какие-то мечты сбываются. Конечно, самая главная мечта, одна из самых главных мечт, это была просто путешествовать, она осуществилась, то есть путешествую, езжу, вижу, смотрю, но просто путешествовать уже, как сказать, нельзя сказать, что надоедает, нельзя сказать, что это надоело или неинтересно, наоборот, с каждым днем, чем больше вот путешествуешь, тем больше интереснее, тем больше ты понимаешь, что насколько все-таки этот мир, он большой. То есть вот при всем желании, как бы ты ни хотел, сколько бы ты ни ездил, ни каруселил, невозможно весь мир объехать и увидеть все места. Потому что очень красивых мест, очень прекрасных мест, очень интересных мест в мире реально много. Вот. И поэтому сейчас, в последнее время, я уже стал, в общем, решил свой проект уже более сузить свое направление в ту же солнечную Калифорнию, естественно. Просто на данный момент идет как вопрос, там документы, те же еще какие-то вопросы решаются. То есть все это само собой решается, но сейчас, в скором времени, я буду уже чуть-чуть сменю направление. Направление будет более осмысленное, более конкретное. Уже не просто движение в солнечную Калифорнию, то есть не просто путешествие из одной страны в другую, как бы чтобы смотреть и видеть мир, ну и показывать, естественно, зрителям. Но оно уже будет направлено именно в попадание вот этот бизнес, шоу-бизнес-индустрию. То есть в попадание в эту сферу. Вот. И сейчас, в данный момент, над этим как бы думаю, это обдумываю, то есть этот проект разрабатываю. И надеюсь, в скором времени, сейчас не буду точно говорить, когда, месяц, два, три, я хочу просто это более-менее так подготовить, примерно посмотреть, что к чему. Да, и идей, тут просто еще сложность в том, что очень много идей. Безумное количество идей, все они появляются, все они как-то тревожат, скажем так, мысли, но из этих всех идей надо выбирать те, которые будут реально интересны, которые реально нравятся, потому что я боюсь такой вещи, что, допустим, сейчас что-то раз ухватиться за что-то, и это давить. Не хочется что-то давить, то, что тебе не интересно. Допустим, даже поездка в эту солнечную Калифорнию, она мне интересна. То есть я не хочу туда ехать, если она не будет мне интересна. Я не хочу посещать какую-то очередную страну, если она мне не будет интересна. Я не хочу встречаться с какими-то людьми, если она не будет интересна. Но сейчас, переключаясь в сторону вот этого шоу-бизнеса, я, конечно, понимаю, что уже вот эта вот вольготная, как бы такая свободная, скажем, жизнь, она будет уже немного ограничиваться, потому что там уже другие, по-другому все варится, другие встречи, другие люди, другие интересы, то есть это уже не просто ты путешествуешь, там все строится на деньгах, то есть деньги, естественно, в первую очередь. Ну, как в первую очередь, не для меня в первую очередь, а сам бизнес строится на этом. Поэтому, исходя из этого, буду стараться сделать так, чтобы мне это было приятно, чтобы, естественно, людям, зрителям, которые смотрят, было приятно, и чтобы с этого была какой-то результат, какая-то цель, то есть, чтобы было дальнейшее движение к мечте. В принципе, вот так вот. Кроме этого, в каждый день, я уже говорил, сейчас путешествие становится, вот, кроме этого, каждый день как бы и так мечты сбываются. И путешествие, оно, не трудно сказать, что будет, когда приеду в эту солнечную Калифорнию, но мечта снять свое кино. Свое кино,
если брать смысл этого кино, как мне бы хотелось, по крайней мере, его снять, оно, конечно, в первую очередь посвященное тому, что человек при желании на самом деле может намного больше, чем ему кажется. Мне так кажется, и я в этом, на данный момент, я в этом неоднократно уже убеждаюсь. Вот, поэтому смысл хотелось бы такой, чтобы фильм этого был. Ну, что из этого получится, там, как Всевышнему будет дано, такие его дела. Надеюсь, ответил на твой вопрос. Спасибо, что смотришь Анзор ТВ. Друзья, если есть какие-то вопросы, тоже заходите на anzor.tv, и все, что вас интересует, спрашивайте меня.